Более 30 номеров, от выступлений солистов до больших групп. «Зажигай» – так назвали свой отчетный концерт участники танцевальной студии «Yo-Time». Зажигай сердца, души, глаза, эмоции, страсть к танцам, творчеству. Ну, это такая стихия, которая всех-всех объединяет. Мы снова здесь собираемся, близкие, родные, друзья, ну и, конечно же, танцоры, которые вложили частичку души, трепета, тренировок, очень ценно и дорого. Зрителей ждали сюрпризы. Как оказалось, участники студии готовы проявлять себя не только в танце. Для меня это большой опыт, так как я впервые выхожу на сцену с фортепиано. Ну, а в танцах я уже 11-й год. Я всю свою жизнь посвятил танцам. Вот, выхожу на новый уровень. Яркие, красочные, не похожие друг на друга номера удивляли своим разнообразием, танцоры – эмоциональностью и энергией. Переведут дух и снова в бой. Июнь для них вовсе не означает наступление каникул. Именно на лето запланировано участие в двух больших конкурсах. Один пройдет на областной сцене, другой в Казани.